Наш мир не стоит на месте. Он стремительно развивается и дополняется новыми данными. За пять лет человечество произвело информации больше, чем за всю предшествующую историю. Прямо сейчас мы становимся свидетелями развития компьютерных технологий, освоения космоса и инновационных открытий в медицине. Современный образовательный процесс требует от специалистов постоянного совершенствования, в том числе и в вопросах научно-практической квалификации. Возникает острая необходимость в независимой площадке, позволяющей специалистам иметь доступ к передовым достижениям в области терапии. Евразийская ассоциация терапевтов – это уникальный глобальный проект объединения специалистов разных стран и различных областей клиники внутренних болезней, направленный на развитие и совершенствование помощи пациентам терапевтического профиля. Это современная площадка, предоставляющая участникам Евразийского медицинского сообщества доступ к уникальной базе данных, а также возможность обмениваться мнениями и делиться опытом. Мы объединились здесь, чтобы сложить наши усилия в борьбе с долголетних... Процветания народов наших стран. В Ташкенте открылся четвертый съезд Евразийской ассоциации терапевтов. В Минске открылся пятый съезд Евразийской ассоциации терапевтов. И мы всегда с оптимизмом смотрели будущее. Нас объединяют общие корни, общая история, и я надеюсь, нас объединяет светлое, большое будущее. Миссия ассоциации. Создание международных медицинских, исследовательских и образовательных проектов между странами Европы, Азии и СНГ. Ассоциация проводит образовательные мероприятия с участием ведущих экспертов. Съезды, конференции, телемосты, школы. Научная программа конференций подготовлена с использованием современных образовательных методик и инновационных форматов. Сегодня ассоциация уже объединяет тысячи практикующих врачей и экспертов из России, Европы, Азии и СНГ. Она помогает совершенствовать медицинские знания и опыт каждый день. Для нас важно сделать процесс медицинского образования непрерывным, современным и максимально доступным. Вступив в ассоциацию, вы становитесь частью глобального сообщества специалистов работающих под научной и практической составляющей современной терапии. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы начинаем для вас цикл лекций, объединенных общим названием ⁇ Врач и пациент ⁇ и постараемся за пять лекций, за пять докладов представить вам палитру вопросов, какие, которые могут возникать у медицинских работников в связи с оказанием медицинской помощи, в связи с вашей профессиональной непосредственной деятельностью в различных ее аспектах в гражданско-правовом, уголовно-правовом, административном. Темы будут связаны между собой, каждая из них так или иначе касается друг друга. Но сегодня я начну с первой. Она называется «Правовые основы деятельности медицинских работников. Условия наступления ответственности». Мы в большей части сегодня с вами, уважаемые коллеги, поговорим про гражданско-правовую ответственность. Я сразу поясню, на всякий случай, что у нас, возможно, три вида ответственности вообще в нашей стране. Это гражданско-правовая, административно-правовая и уголовно-правовая. И вот сегодня мы с вами в, большем, в большей части будем касаться вопросов гражданско-правовой ответственности, и они в большей, опять-таки, части касаются медицинских организаций и медицинских работников как сотрудников, как работников медицинских организаций. Но и адми вопросы административной ответственности, привлечения к ней, тоже несколько коснемся. И вопросы уголовные, хотя по уголовной ответственности у нас будет две отдельных темы. Их читает профессор уголовного права и криминологии Всероссийского государственного университета юстиции Антонина Юрьевна Чупрова, большой специалист в этой области. И у нее она на конкретных примерах расскажет в каких случаях происходит избегание ответственности, в каких она не наступает, в каких все-таки привлекают медицинских работников на конкретных примерах и на составах соответствующих преступлений, которые зафиксированы в нашем уголовном кодексе. Но сегодня мы с вами поговорим не про такие страшные последствия, гораздо более легкие, но которые тоже, к сожалению, могут доставить неприятности и время от времени в деятельности медицинских работников и медицинских организаций возникают. Значит, почему я сказала, что гражданская правовая ответственность в большей части касается медицинских организаций и медицинских работников как работников этих организаций? Нашим с вами основным законом, который регулирует оказание медицинской помощи в Российской Федерации, это закон номер 323 ФЗ об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, он называется. Так вот, в статье 98 этого закона предусмотрено, что обязанность компенсировать пациенту вред в том числе моральный вред, это прерогатива медицинской организации. Вред, причиненный жизни или здоровью граждан при оказании медицинской помощи, возмещается медицинскими организациями. То есть здесь прямо указано, что если пациент обращается с жалобой, с претензией, с иском по поводу оказанной медицинской помощи, то отвечать будет поликлиника, больница, стационар, в которой такой пациент проходил лечение, реабилитацию или диагностику. Здесь ответственность медицинского работника не является непосредов... непосредственно, она опосредована, да? то есть выступает здесь ответчиком медицинская организация. Но эта особенность нашей правовой системы, уважаемые коллеги, не должна создавать для вас иллюзию того, что ну, раз отвечает медицинская организация, то при чем здесь я врач, который, тем не менее, непосредственно медицинской помощи оказывал. Здесь надо понимать, уважаемые коллеги, что вот этот пласт взаимоотношений врач-пациент, он является предметом рассмотрения не только... Гражданских претензий пациентов, но и вопросов уголовной ответственности медицинского работника. Одно и то же событие может быть рассмотрено под разным углом: и с точки зрения уголовного права, и с точки зрения гражданского и административного права. Одно и то же событие между одними и теми же субъектами. Здесь у нас выбирает пациент, каким образом пойти в защиту своих прав. Тут палитра для него открыта, он ничем не ограничен. Но по уголовному праву у нас не отвечают организации, отвечают только физические лица и в данном случае медицинские работники. Поэтому, когда в медицинской организации или непосредственно к вам, как к врачу, оказывающему помощь, поступила жалоба от пациента, не нужно будет вот моя, наверное, такая рекомендация для вас. Не нужно оставлять ее без внимания. В первую очередь, потому что она может пойти разным путем. И если в случае денежных и имущественных претензий гражданского иска от пациента. У нас ответчик медицинская организация, а не медицинский работник. Но, как вот я уже сказала, здесь могут возникнуть ситуации, когда будет отвечать и непосредственно медицинский работник. Поэтому все, что вот я сегодня буду говорить, я буду много времени посвящать в ряду, который у нас уже прозвучал, когда я цитировала статью 98 ответственности такой категории как вина. Мы с вами это разберем и посмотрим в каких случаях действительно есть риски, в каких нет рисков вашей профессиональной деятельности с точки зрения права. И начнем мы с вами, уважаемые коллеги, с статьи 37 Закона об основах охраны здоровья граждан. Она называется Организация оказания медицинской помощи, и в ней перечислены основные документы, которые являются обязательными в профессиональной деятельности медицинского работника, и неисполнение или ненадлежащее исполнение которых а, приводит к нарушению а, качества оказания медицинской помощи. О качестве тоже с вами будем разговаривать и будет считаться а, причинением вреда пациенту. И до того, как перейти непосредственно к этой статье, я поясню, что такое вред. Я скажу достаточно, дам достаточно простое определение, чтобы было максимально понятно, какое это имеет отношение, эта категория, к медицинской помощи и почему в случае оказания медицинской помощи, медицинских услуг вообще, в принципе, ведется речь о вреде. Так вот, применительно к здравоохранению вред – это оказание медицинской помощи, с нарушением требований о ее качестве, находящейся в причинной связи с неблагоприятными последствиями для жизни или здоровья пациента. А, причем вот это условие о наличии причинной связи между тем, как была оказана медицинская помощь и какие последствия наступили для пациента, является общим правилом. Но из этого общего правила есть исключения, и мы с вами сегодня будем проговаривать а, эти исключения, когда при отсутствии причинной связи между этими событиями, тем не менее, медицинская организации или медицинские работники могут быть привлечены к ответственности. Итак, уважаемые коллеги, статья 37 «Организация оказания медицинской помощи». Медицинская помощь в Российской Федерации организуется и оказывается в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи. То есть здесь перечислены четыре основные группы документов, которые являются обязательными в вашей профессиональной деятельности, в той части вашей профессиональной деятельности, которой вы занимаетесь. То есть с учетом вашей специальности, вашей квалификации и той должности в медицинской организации, которую вы занимаете. То есть положение об организации оказания медицинской помощи. Я думаю, что как представители терапевтического общества все вы знаете по положению о первичной медико-санитарной помощи и терапевтической и педиатрической. Есть у нас также положение об оказании скорой неотложной медицинской помощи. То есть это документ, который содержит условия и требования к оказанию Именно вот, вот на этом уровне так, такой медицинской помощи достаточно подробные. Организаторы здравоохранения совершенно точно знают этот документ, но я думаю, что и медицинские работники, рядовые штатные медицинские работники тоже знакомы с этим документом. Если не знакомы, обязательно почитайте. Это важно в вашей деятельности. Еще раз повторю, этот документ обязательный. Порядки оказания медицинской помощи. Здесь я уверена на 200%, что вы знакомы с этими документами и нисколько не сомневаетесь в их обязательности, императивности. На основе клинических рекомендаций. Вот здесь я хочу с вами поговорить поподробнее по поводу этих документов. Клинические рекомендации также для вас не являются новостью. Я уверена, что вы знаете о них, я уверена, что вы применяете их в вашей деятельности. Но в медицинской профессиональной среде и в юридической профессиональной среде не утихают споры уже много лет по поводу того, являются ли клинические рекомендации документами обязательными. Я, уважаемые коллеги, поясню сразу, что уже сказал об этом, и еще раз я хочу подтвердить, что клинические рекомендации являются документом обязательным. И я поясню, почему так. Несмотря на то, что законодатель у нас использовал довольно э, обтекаемую лексическую форму, то есть э, если, например, мы говорим про порядки, то в статье 37 указана такая формулировка, как в соответствии с порядками, то по отношению к клиническим рекомендациям использована формулировка на основе которая также трактуется по-разному медицинскими работниками, юристами. То есть вот эта лексическая форма позволяет, дает поле для рассуждений, несогласия, для обсуждений. Кроме того, сами клинические рекомендации – это документ не нормативно-правовой. Это документ, который разрабатывается профессиональным сообществом по определенным нозеологиям. Проходит э, обсуждение в научном совете при Минздраве Российской Федерации, проходит одобрение научного совета Минздрава Российской Федерации и только после этого утверждается опять-таки профессиональным сообществом. То есть это доказательство того, что документ не, не является нормативно-правовым актом по своей форме и, казалось бы, действительно не может быть обязательным. Ну и называются они рекомендации. То есть мы все знаем русский язык, понимаем значение слова рекомендации, даже в таком словосочетании, как клинические рекомендации. Все это, конечно, нас смущает, вводит в заблуждение и, как я уже сказала, дает почву для различных суждений и рассуждений на эту тему. Почему же я все-таки беру на себя такую труд, обязанность объяснить, что документы эти обязательные. Ну, во-первых, конечно же, они содержатся в статье 37, о которой мы с вами сейчас говорим. Кроме того, это не единственная норма, которая раскрывает и, во-первых, указывает на то, что они применяются при оказании медицинской помощи, что медицинская помощь в Российской Федерации организуется и оказывается на основе клинических рекомендаций. Дается понятие клинических рекомендаций, каким образом они разрабатываются, утверждаются. Кроме того, в законе есть еще статья 64. Она посвящена экспертизе качества оказании медицинской помощи. И вот в этой статье указано, что клинические рекомендации также наряду с порядками и стандартами оказания медицинской помощи являются критерием качества оказания медицинской помощи. То есть еще раз законодатель нас подводит к тому, что документ этот обязательный и исполнение его обязательное. Помимо этого, мы не можем не учитывать в оценке этого документа и правоприменительную практику правоприменительная практика у нас формируется в нашей стране судебной системой. Следственными органами, но в большей части судебной системой, поскольку любое следствие заканчивается передачей дела на рассмотрение в суды и уже на основе решения, то есть решения судов является окончательным. Так вот, Верховный суд а, указал в постановлении пленума Верховного суда от 15 ноября 2022 года номер 33. Это постановление пленума Верховного Суда посвящено моральному вреду, в целом моральному вреду, но в отношении оказания медицинской помощи в нем также содержатся отдельные пункты, которые как раз-таки указывают, в каких случаях надлежит возмещать моральный вред, вред и моральный вред как под вид вреда при оказании медицинской помощи. И вот в этом документе Верховный суд дополнительно нам поясняет, цитируя статью 37 закона об основах охраны здоровья граждан, цитируя статью 64 закона об основах охраны здоровья граждан, о том, что клинические рекомендации наряду с порядками и стандартами являются документом, обязательным для медицинских работников. Мы в Национальной медицинской палате с моими коллегами провели отдельное исследование. Мы провели его несколько лет назад до, так сказать, появления Пленума Верховного Суда, а оно касалось исследования большого блока судебных документов. Это были приговоры, вынесенные различными судами, судами различных уровней в отношении медицинских работников, связанных с оказанием медицинской помощи. И вот анализ этих документов показал, что это исследовались приговоры судов за период с 2013 года по 2017 год, то есть за достаточно большой промежуток времени. Я должна оговориться, что в 2013 году у нас еще не было статьи 37 закона об основах охраны здоровья граждан. Но, тем не менее, анализ вот этого блока документов показал, что суды уже в то время и сейчас, уже еще при том, как было сформулировано законодательство с 2013 года, тем не менее, в, сейчас скажу вам, в каком проценте дел, в 82 процентах дел обосновывая вину медицинского работника в оказании медицинской помощи с причинением вреда пациенту, указывал на неисполнение клинических рекомендаций. И сейчас постановлением Пленума от 15 ноября 2022 года номер 33 Верховный суд таким образом закрепил свою практику уже со ссылками непосредственно на федеральный закон об основах охраны здоровья граждан. Я думаю, уважаемые коллеги, вы слышали, по крайней мере, об этом очень много писали специализированные издания и такие ресурсы, как «Врачи РФ» и «Медвестник». В конце 2023 года писали о том, что Государственной Думой Российской Федерации принято изменение в статью 37 закона об основах охраны здоровья граждан и перенесен срок окончательного перехода на клинические рекомендации с 1 января 2024 года на 1 января 2025 год. Я объясню вам последствия для вашей практической деятельности вот этих изменений в закон об основах охраны здоровья граждан. Как вводились нормативно у нас клинические рекомендации? Да, появилась статья 37 закона, появилось также дополнение к ней, которое указывало, это, по-моему, статья 37 Соснович, у нас была такая точка 1 которая нам указывала что наше с вами государство мы с вами переходим на клинические рекомендации постепенно с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года поэтапно в, по графику утвержденному правительством постановлением правительства российской федерации такое постановление правительства действительно есть оно содержит вот в расчете на два на года утверждены названия тематика клинических рекомендаций, которые должны за этот период времени быть разработанными и, соответственно, утвержденными. И с учетом вот этого постановления и самого закона, действительно, большая часть клинических рекомендаций уже утверждена. Они размещены на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации, то есть совершенно на официальном сайте, в отдельном разделе в свободном доступе, это открытый доступ. Каждый из вас может открыть этот рубрикатор, там, хороший поисковик, они легко ищутся, прекрасно скачиваются и читаются, и вы можете увидеть, какие клинические рекомендации по вашей специальности, по другим специальностям уже введены в действии, и можете использовать их в работе, и, собственно, ну и расширить свой кругозор в отношении того, Какие все-таки есть, а каких еще нет и которые и какие находятся в разработке. Так вот, возвращаясь к изменениям, принятым депутатами в конце 2023 года, вот этот поэтапный период, соответственно, у нас продлен еще на один год. Что это означает? Это не означает, что клинические рекомендации перестали действовать и вот еще год мы будем жить их не исполняет. Не так, нет. Они как были обязательные, так обязательными и остаются те клинорекомендации, которые уже разработаны, утверждены и приняты, вы работаете с ними, вы их используете в вашей работе. Кроме того, это ваша обязанность. Те, которые, график, которых, график разработки которых будет принесен правительством, соответственно, могут быть разработаны и утверждены позднее. То есть вот этот перенос, он несколько оттянул вступление в силу тех клинических рекомендаций, которые еще не были написаны или не были окончательно разработаны и утверждены профессиональными организациями, а те, которые у нас уже есть, они уже работают. И еще раз повторюсь, уважаемые коллеги, вы должны их исполнять. Мне немножко непонятно, хочу тоже поговорить об этом, роль вернее не роль, а отношение Министерства здравоохранения к статусу клинических рекомендаций. Наши коллеги по Национальной медицинской палате, в частности коллеги из Тверской области, обращались с официальным запросом в Минздрав России с просьбой объяснить, каков же все-таки статус при наличии вот всех таких разногласий в медицинском сообществе по поводу статуса клинических рекомендаций. Обращались с письменным запросом с просьбой пояснить все же являются клинические рекомендации, не являются, поскольку Минздрав у нас регулятор в этой сфере, уполномоченный государством. И Минздрав аж в двух письмах, которые я видела, довольно уклончиво отвечает. То есть он не говорит ни да, ни нет. Он не говорит не обязательно, не говорит не обязательно. И это, опять-таки, посеяло зерна сомнений в моих коллегах. Но, уважаемые коллеги, говоря о позиции Министерства здравоохранения, я хочу обратить ваше внимание на очень любопытный документ. Вы тоже с ним знакомы. Может быть, вы просто не рассматривали его положение под таким углом. Это правила обязательного медицинского страхования, утвержденные приказом Минздрава от 28 февраля 2009, 2019 года, номер 108Н, с внесенными в него изменениями. И в 2022 и в 2023 году в них вносились изменения. Тем не менее, в этом документе остались неизменными следующие положения. Есть такой раздел три этих правил, который называется нарушение, выявляемые при проведении экспертизы качества медицинской помощи. В нем есть подраздел пункт 3.2, который нам говорит. Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических или, или лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе по результатам проведенного диспансерного наблюдения, рекомендаций по применению методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, данных медицинскими работниками национальных медицинских исследовательских центров в ходе консультации консилиумов с применением телемедицинских технологий, наказывается в том случае, если они не повлияли на состояние здоровья, Понимаете, да? Нет причинной связи, тем не менее, это считается нарушением. Это административная ответственность для медицинской организации. В том случае, если это привело к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, в том случае, если оно привело к конвалидизации и так далее. То есть, уважаемые коллеги, когда нам Минздрав уклончиво отвечает по поводу статуса медицинских клинических рекомендаций, мы должны понимать, что в письмах он уклоняется от прямого ответа, но, тем не менее в своих приказах он говорит нам о том, что документы эти обязательны. Поэтому, уважаемые коллеги, морально можно не соглашаться, можно иметь массу аргументов, почему это не так. Но в вашей практической деятельности я настоятельно вам рекомендую их исполнять, чтобы это не привело к неблагоприятным последствиям для вас и ваших медицинских организаций и чтобы это не повлекло недовольство пациентов, собственно, который является основой для последующей возможной ответственности. Еще, уважаемые коллеги, поговорю с вами немного по поводу стандартов. Стандарты вот буквально до 2022 года не вызывали никаких сомнений в том, что их нужно исполнять. И вот где-то вот начиная с этого периода, с 2022 года появилось такое веяние, что стандарты не для исполнения. Не знаю почему, каковы причины, каковы причины таких убеждений, я лишь хочу, так же, как в случае с клиническими рекомендациями, сказать, что стандарты – документ обязательный. И то, что я вам цитировала сейчас и в законе, и в статье 37, и в статье 64, и в правилах обязательного медицинского страхования, и в других еще буду нормативах вам ссылаться, везде указаны стандарты оказания медицинской помощи. Более того, клинические рекомендации и стандарты связаны между собой, поскольку закон об основах охраны здоровья граждан нам говорит, что стандарты разрабатываются, исходя из клинических рекомендаций. И в этой части должна вам сказать, что за последние три года Минздравом России проведена очень большая работа по пересмотру стандартов они практически все были вот особенно 21 22 год были пересмотрены не все медицинские работники об этом знают поэтому уважаемые коллеги также будет мой совет к вам по вашей специальности проверьте пожалуйста в курсе ли вы что про стандарт обновлен потому что в каких-то случаях они претерпели существенные изменения по сравнению с теми стандартами, которые действовали до них. И в этой связи я хочу рассказать об одном таком практическом случае. Обращается ко мне частная медицинская организация за консультацией. У них произошла такая ситуация. Пациентка находилась на лечении на дневном стационаре по поводу хронического панкреатита. Она проходила лечение, ей был назначен антибиотик, который довольно успешно она получала и э, была выписана из дневного стационара с улучшением здоровья, с улучшением самочувствия. Но через непродолжительное количество времени, примерно через три дня, она почувствовала себя хуже, обратилась при этом в другую медицинскую организацию, как это довольно часто бывает. Да? Мы пациенты такие, мы полечимся в одном месте, потом стало хуже, идем в другое место. Это вот человеческое такое, наверное, качество. Но тем не менее мы должны констатировать, да, она пошла в другую медицинскую организацию, где э, рассказала, как вот совершенно недавно она прошла лечение, чем ее лечили, и там пояснили, что антибиотиками ее заболевания не лечится, что при этом были нарушены требования стандарта оказания медицинской помощи. Соответственно, пациентка возвращается в первоначальную клинику, пишет сначала письма в электронной форме, потом пишет претензию, требует возместить ей расходы на полученное лечение, поскольку оно привело к ухудшению ее здоровья и ставя в вину медицинской организации, что, соответственно, они нарушили стандарт, что действующий стандарт не предусматривает вообще антибактериального лечения и не предусматривает лечение конкретным препаратом, который она получала. Мы стали смотреть и когда я беседовала с терапевтом, она говорила, ну, вы знаете, я даже не знала, что вот был пересмотрен стандарт. Я вот знаю, и мы лечим по стандарту 2014, по-моему, года, в котором все это было написано. И поэтому, ну, в общем, я основывала свой подход к лечению ее вот на основании этих документов. Да, я не знала. С пациенткой уладили конфликт я же хочу вот этим примером проиллюстрировать, как бывает. То есть формально, формально пациентка права. Она открыла стандарт, она увидела, что там нет этого медицинского препарата. Антибиотики не указаны в принципе. Поэтому она пришла к выводу, что вот ухудшение ее состояния и, собственно, полученное ей лечение находится в прямой связи. И поэтому виновата медицинская организация. И формально она права. Здесь уже, конечно, конкретно, если разбираться, если уже переходить в плоскость не претензионные работы, а именно судебные работы, то должна быть проведена экспертиза. Экспертиза является обязательным проведение медицинских экспертиз по, в связи с оказанием медицинской помощи это обязательное требование ни одного дела без проведения экспертизы. Это судебная медицинская экспертиза или это экспертиза качества оказания медицинской помощи. Здесь не суть важно, одна из них обязательно будет проведена и будет проанализирована, соответственно, уже экспертами на основе тех вопросов, которые сформулирует суд, которые сформулирует пациент или его представитель и медицинская организация. Вот здесь, уважаемые коллеги, про экспертизу еще будем говорить, но здесь вы вправе также формировать вопросы для экспертизы, ответы на которые помогут ответить на вопрос, виновна медицинская организация, медицинская работник а, в ненадежности ненадлежащем оказании качества медицинской помощи и было ли ненадлежащее оказание медицинской помощи. Уважаемые коллеги, наверное, я много посвятила слишком времени, но э, я считаю, что поскольку вот, вот эти четыре группы документов являются базовыми, все так или иначе крутится вокруг них, поэтому я потратила столько вашего времени и вашего внимания на них и прошу вас э, еще раз призываю вас к тому, чтобы вот по своей специальности эти документы знать и применять их можно еще раз проговорим с вами да есть случаи когда их можно не исполнять то есть они конечно императивны но ситуации бывают разные и наше законодательство позволяет отступить от правила в каких случаях это происходит это возможно в том случае и как это оформить не работает предусмотренная клиническими рекомендациями, стандартами лечения. Такая конкретная ситуация у пациента, либо наличие аллергических реакций, либо какие-то еще особенности его состояния не позволяют применить, либо могут повлечь для него ухудшение самочувствия. То есть ситуации, когда отступить от правила, они бывают и есть, и вы об этом наверняка знаете. Как нужно оформить. От Отступление от этих клинических рекомендаций, протоколов, порядков. Для этого созывается врачебная комиссия. Обсуждаются, соответственно, конкретные ситуации, вырабатывается новая тактика лечения, и в таком случае с ней знакомится пациент, получается согласие этого пациента на такое лечение. И, соответственно, мы таким образом легально отступаем от всех норм и правил, которые являются обязательными. То есть возможность такая есть, но общее правило таково, что документы эти обязательны. Уважаемые коллеги, еще две статьи, на которые хочу обратить ваше пристальное внимание. Статья 73 Закона обязанности медицинских работников. И здесь я хочу процитировать следующие обязанности. Медицинский работник обязан оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями, соблюдать врачебную тайну, совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, назначать лекарственные препараты в порядке установленном Минздравом России. Из этого списка, уважаемые коллеги, про врачебную тайну мы с вами поговорим на нашей следующей встрече. Там будет подробно рассказано вообще всевозможные движения информации, и что бывает, и чего не бывает, когда мы ее передаем или не передаем. Про квалификацию я думаю, что вы хорошо знаете. Я лишь немного скажу про профстандарт. Хочу обратить ваше внимание на должностные инструкции, служебные и должностные обязанности. А то же исследование, о котором я вам говорила в связи с клиническими рекомендациями, которые провели наши эксперты, в частности, Антонин Юрьевна Чупрова, и в результате которого мы можем говорить о том, что в 82% случаев суды ставят вину медицинским работникам неисполнение клинических рекомендаций. Вот это же исследование нам показало, что в 94% случаев Медицинским работникам было поставлено в вину неисполнение должностных инструкций. И было поставлено это вину не потому, что почему-то так принято, ну может там, не знаю, форма приговора такая, да, просто он там вписывается туда что-то. Нет, не поэтому. Каждое следствие, каждый судебный процесс и судебное разбирательство обязательно исследует должностные инструкции медицинских работников. Поэтому, если вы не знакомы со своей инструкцией, то есть довольно частая ситуация, когда формально при устройстве на работу врач подписал, что ознакомлен с инструкцией, может быть, даже глазами пробежал. Она, может быть, вообще эта инструкция была принята, не знаю, 10 лет назад, и законодательство за это претерпело изменения существенные и подходы и квалификации и квалификационные требования меняются, которые отражаются в должностной инструкции. Либо изначально это сделано, инструкция была достаточно формальной и, например, не отражает фактических обязанностей медицинского работника, ту работу, которую он делает каждый день. Такое бывает тоже часто. А в чем вот здесь опасность? То есть, не зная того, что написано в вашей инструкции, или в том случае, если это очень не совпадает бумага и ваши фактические обязанности, это, выходит, это может привести к тому, что вам инструкция будет изучена, и медицинскому работнику будет поставлено в вину неисполнение того, что в ней указано. Приведу вам несколько случаев довольно любопытных. Один из них происходит прямо сейчас. Я на прошлой неделе разговаривала с вашими коллегами, которые сейчас проходят обучение в магистратуре и вот, в магистратуре по медицинскому праву. Работая при этом медицинскими работниками, вот хотят так расширить свой кругозор, что мы, в общем, целиком и полностью приветствуем и могу только вам тоже порекомендовать получить дополнительное образование. И одна из девушек рассказывает такую ситуацию, что есть претензия от пациента, у которой был впоследствии выявлено, что он перелом ноги. Она обратилась в поликлинику. В поликлинике врач травматолог ее принял, направил на рентген, был проведен рентген. Пациент вернулся с, со снимком и с заключением, из которого следовало, что переломы нет, перелом не увидели. Была отекшая нога у пациентки, через... врач дал все необходимые рекомендации, зафиксировал это в медицинской документации, советовал обратиться через несколько дней. И, соответственно, пациент ушел, боль не прошла, отек сошел в другой опять медицинской организации повторяется история, да, был сделан повторно рентген, там уже увидели наличие перелома, и, соответственно, пациент возвращается с претензией, с требованием о возмещении морального вреда. Медицинская организация весь свой гнев адресует к врачу-травматологу, который принимал пациента. А рентгеновский снимок делал не он. И описание тоже делал заключение, тоже делал не он. Это делает вообще другая организация медицинская, куда направляются, собственно, пациент. Пациент пришел с готовым заключением. В должностные обязанности данного доктора не входят описание, и он, он, он только должен направить и ознакомиться. То есть здесь нет его должностных нарушений и требований клиника, медицинская организация, есть намерение взыскать в порядке регресса тот моральный вред, который требует пациентка с этого медицинского работника. Но не знаю, чем закончится дело, но вот как вижу его я, оснований привлечения к ответственности данного медицинского работника нет, поскольку он в соответствии со своей должностной инструкцией все исполнил. Второй пример, более грустный. Значит, происходит такая ситуация. Детская больница, маленькому пациенту ребенку делается операция, после которой ребенок не проснулся. Родители обращаются в Следственный комитет, проходят расследование, в результате привлекают к уголовной ответственности по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности» врача, анестезиолога, реаниматолога. В чем суть в общем, доказанных претензий к данному доктору? Было установлено, что он неправильно рассчитал анестезию, а в нарушении должностной инструкции и в нарушении должностной инструкции произошло следующее. Пациент из операционной палаты, из операционной, прошу прощения, был переведен сразу в палату. Тогда как в соответствии с порядком оказания вот этого вида медицинской помощи, он должен был сначала из операционной должен был переведен в специальную комнату, в комнату для просыпания этого сделано не было. И это тоже было... Кроме того, анестезиолог реаниматолог сам не занимался пробуждением ребенка, пробуждением пациента. Он поручил это медицинской сестре. В результате вот мы имеем такое негативное последствие, грубое нарушение клинических рекомендаций, порядка оказания медицинской помощи и должностной инструкции. Кроме того, после того уже, как был осужден э, анестезиолог-реаниматолог, Следственный комитет повторно начал проверку оказания медицинской помощи э, по этому пациенту. Э, и здесь вот я хочу обратить внимание организаторов здравоохранения. Здесь уже проверяли именно руководителя и заместителя руководителя медицинской организации на тот предмет, почему был нарушен вот эта вот логистика внутренняя, был нарушен порядок оказания медицинской помощи, где вообще есть ли эта комната, в которой для пробуждения, в которой должны после операции помещаться пациенты, и только потом они переводятся в палату. Если она не функционировала, то по каким причинам? И здесь уже довольно Суровая статья грозит грозила, там закончилась проверка по этому факту. Но, тем не менее, это для нас повод задуматься и предпринять необходимые меры. Статья 238 Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», по которым есть, к сожалению, случаи, когда медицинские работники были привлечены к реальным срокам. Уважаемые коллеги, перестану вас пугать, но еще немного поговорю про лечащего врача. Лечащий врач статья 70 прошу прощения, да, 70 статья закона об основах охраны здоровья граждан определяет нам, кто у нас лечащий врач и что он должен сделать. Я хочу сказать, что лечащий врач для пациента фигура ключевая. И для пациента и с точки зрения определения ответственности за оказание медицинской помощи ключевая фигура – также лечащий врач. Несмотря на наличие администрации медицинской организации, непосредственных руководителей, контролирующих органов, консилиумов, всевозможных значит, рабочих комиссий. Да, все это давит на лечащего врача, на медицинского работника, который исполняет функции лечащего врача. Но вы, как лечащие врачи, должны понимать, что вот, вы и пациент — это прямая связь. И все вопросы пойдут в первую очередь к вам. И если будет, например, ситуация, когда вам что-то рекомендует, а как мы с вами из правил обязательного медицинского страхования узнали, что и рекомендации НМИЦов являются обязательными, да, так вот указал нам Министерство здравоохранения, хотя других поводов, других нормативных актов, более э, стоящих в иерархии нормативных актов выше, ничего такого не предусмотрено. Тем не менее, значит, Минздрав указал, что консультации намицев являются обязательными для медицинских работников. Уважаемые коллеги, консилиумы и прочее, это немножко, может быть, меняет картину мира, потому что, например, когда я э, говорю об этом на конференциях, там, маститы, организаторы, здравоохранения, светило медицинского сообщества, хмурят брови, говорят как-то как значит, лечащий врач может игнорировать решение консилиума, а в некоторых случаях может игнорировать, потому что надо понимать, что отвечает перед пациентом и перед законом за принятое решение лечащий врач. Как правило, конечно, редко бывает ситуация, когда, наоборот, консилиум, врачебная комиссия в помощь медицинскому работнику. Но в том случае, если есть какие-то разночтения, здесь вы должны помнить, уважаемые коллеги, что консилиум к ответственности никто не привлечет, а медицинский работник конкретный может быть привлечен. Итак, уважаемые коллеги, лечащий врач – что обязан делать лечащий врач. Он организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья, по требованию пациента или его законного представителя, приглашает для консультации врачей-специалистов, при необходимости созывает консилиум врачей. Лечащий врач устанавливает диагноз, который является основанным на всестороннем обследовании пациента. Уважаемые коллеги, я думаю, что вы все это знаете. Хочу обратить только ваше внимание на вашу обязанность и на право пациента. Право пациента также указано в статье 19 закона об основах охраны здоровья граждан на получение, на созыв консилиума и на получение консультацией узких специалистов. Ну, как мы в обиходе это называем. То есть даже если вам кажется, что пациент блажит, простите мне, бедной встречи, что нет никаких оснований для того, чтобы назначать ему дополнительно консультацию кардиолога или еще какого-либо невролога, узкого специалиста, для которых нужно отдельный лимит, предусмотрен ФОМС да, и прочее. Я в курсе вот этих подзаконных ограничений. Тем не менее, уважаемые коллеги, у нас закон опять-таки в иерархии нормативных актов имеет главенствующее значение вот сверху он а под ним все остальные постановления правительства Российской Федерации приказы Министерства здравоохранения и прочее и э, если требования будут противоречить закону то суд рассматривая дело сошлется на закон и будет учитывать его положение. Поэтому, уважаемые коллеги, вот к таким пожеланиям пациентов все время относитесь взвешенно. Я не могу категорично вам сказать, да, всегда давайте. Может быть, там действительно лимиты на вас давят, безусловно. Но вы должны помнить, да, всегда вот выбирать меньше из зол. Может быть, лучше все-таки отправить пациента, чтобы не было потом неблагоприятных последствий ни для пациента, ни для вас. Профстандарты. Обещала, чуть-чуть скажу. <къем> Профстандарты утверждаются приказами Минздрава. Они содержат, я думаю, вы прекрасно знаете об этом, требования к квалификации, к объему знаний и умений медицинского работника проходят согласования, как правило, разрабатываются профсообществами. Национальная медицинская палата очень много времени и сил уделяет работе по разработке профстандартов. Значит, готовится профсообществом, согласовываются Минздравом России, но утверждаются приказом Министерства труда Российской Федерации. В среде медицинских работников в последнее время бытует мнение, что документ этот тоже является обязательным. Я здесь вам скажу, как юрист, как я это вижу. Профстандарт, безусловно, документ важный. Он обязателен то наполнение профессионального стандарта обязательно для формирования образовательного стандарта, для образовательных организаций, которые учат медицинский, будущих медицинских работников. То есть, выходя из ВУЗа, да, получая образование, вот ваше полученное вами образование, квалификации должны соответствовать тем требованиям, которые в профстандарте значатся. На практике же непосредственно для врача вот такой прямой обязанности по исполнению профессионального стандарта я не вижу и не нахожу. Обязанность есть у медицинской организации. Вы знаете, в чем она выражается? В том, чтобы вот должностные инструкции как раз-таки об обязательности для медицинских работников, о которых мы с вами говорили, формируются на основании профстандартов. Вот когда профстандарт перенесли вот ключевую начинку в должностную инструкцию, тогда Опосредованно, вот таким образом, он стал для вас обязательным. Я не являюсь сторонником... Почему я это говорю, уважаемые коллеги, вот с таким акцентом? Я не являюсь сторонником дополнительной какой то создания а, дополнительных нормативов обязательных для медицинских работников, дополнительных требований для ответственности. Их и так достаточное количество. Того, что я перечислил, достаточно для того, чтобы в общем, наказать всех, кого нужно наказать. Поэтому какие-то дополнительные только утяжеляют и морально и, в общем, и в целом деятельность медицинского работника. Но, к сожалению, я видела решение суда. Правда, это было одно решение, которое видела я. Это решение суда первой инстанции было где сослались на также, в общем, на неисполнение медицинским работникам профессионального стандарта. Поэтому про профстандарты помните, да, вот когда они у вас перетекли, когда вас, вас должны учить с учетом профстандарта, когда они перетекли в должностную инструкцию, он тоже для вас является обязательным. Итак, уважаемые коллеги, много времени я посвятила сегодня этим документам, но я обещала сказать также о законе о защите прав потребителей и возмещении морального вреда. У нас остается не так много времени на это, но я постараюсь уложиться. Все вот эти нарушения, уважаемые коллеги, о которых мы говорили, если они есть, они могут служить поводом и служат, как правило, для обращения пациентов в суд, либо представителей пациентов в суд с требованием о возмещении вреда и возмещении морального вреда поскольку если, например, медицинская помощь оказывалась э, в рамках программы госгарантии, то, как правило, медици... пациент не затратился на оплату медицинской помощи и, как правило, даже на получение лекарственных средств он не так затратился, как в системе частного здравоохранения. Поэтому в меньшей степени здесь говорится про вред, да, то есть имущественно он не очень потратился. Моральный вред это психофизические переживания, которые перенес не только пациент, но и вообще человек в связи с определенными событиями, негативные эмоции, которые вызвали неприятные для него состояния, которые также могут возникнуть при оказании медицинской помощи. Моральный вред, как мы уже с вами читали в статье 98, подлежит удовлетворению. И Верховный Суд нам об этом также говорит. И вот в каких случаях да, удовлетворяются требования пациента о значит, компенсации вреда или компенсации морального вреда. Значит, в том случае, если судом на основании экспертизы, экспертизы а также исследований, медицинской документации, свидетельских показаний как пациента, так и его родственников, лиц, которые проходили лечение вместе с пациентом, который обратился с, жалованием, с жалобой, свидетельские показания других медицинских работников и непосредственно медицинского работника, который опрашивают обязательно, которому ставится в вину некачественное оказание медицинской помощи. То есть экспертиза не является единственным доказательством. И Верховный суд вот в последнем постановлении номер 33, о котором я говорила, в последнем постановлении, касающемся морального вреда, он указывает на то, что медицинская экспертиза не является ключевым доказательством, она является прочим среди равных. То есть у нас суд исследует в комплексе все доказательства. После этого только он устанавливает, есть вина медицинского работника или нет вины медицинского работника. И что нам при этом говорит верховный суд. Я позволю себе процитировать: разрешая требования о компенсации морального вреда, причиненного вследствие некачественного оказания медицинской помощи, суду надлежит суду и всем нам, уважаемые коллеги, для понимания виновности или невиновности в досудебном процессе суду надлежит установить. Были ли приняты при оказании медицинской помощи пациенту все необходимые и возможные меры для его своевременного и квалифицированного обследования в целях установления правильного диагноза? Соответствовала ли организация обследования и лечебного процесса установленным порядком оказания медицинской помощи, стандартам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям? Повлияли ли выявленные дефекты оказания медицинской помощи на правильность проведения диагностики и назначения соответствующего лечения? повлияли ли выявленные нарушения на течение заболевания пациента, способствовали ухудшению состояния здоровья, повлекли неблагоприятный исход и, как следствие, привели к нарушению его прав в сфере охраны здоровья. При этом на ответчика, в данном случае медицинская организация, возлагается обязанность доказать наличие оснований для освобождения от ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи. В частности, отсутствие вины в оказании медицинской помощи, не отвечающей установленным требованиям, отсутствие вины в дефектах такой помощи, способствовавших наступлению неблагоприятного исхода, а также отсутствие возможности, принадлежащей квалификации врачей, правильной организации лечебного процесса оказать пациенту необходимую и своевременную помощь избежать неблагоприятного исхода. На медицинскую организацию возлагается не только бремя доказывания отсутствия своей вины, но и бремя доказывания правомерности тех или иных действий, которые повлекли возникновение морального вреда. В чем, уважаемые коллеги, новшество вот этого особенно последнего абзаца? Ранее никогда не требовалось презумпция причинения, презумпции вины по отношению к оказанию услуг и... С сожалению, я говорю, что и медицинской помощи тоже. Это общая концепция гражданского права. Касается она не только медицинской помощи, но и всякого рода других услуг и оказания помощи. То есть здесь общий подход. Не отдельно так медицинские работников и медицинских, медицинские организации решили ущемить в правах. Нет. Это общая концепция, что всегда виноват причинитель. Предполагается, пока не будет доказано иное, вина причинителя вреда. Да? В концепции вреда это, это ключевое. Так вот, а что же у нас происходит, да? Для того, чтобы обратиться к пациенту с требованием о возмещении вреда и морального вреда, много не нужно. Он пишет требование, написал вам претензию в медицинскую организацию, да? Там ответили на нее, не ответили, и дальше ему не понравилось, что ответили. Дальше он пошел в суд. И вот исковое заявление он пишет: тогда-то там-то -то тем-то мне была оказана медицинская помощь. Была, я считаю, мне была она оказана некачественно. Для меня наступили вот такие неблагоприятные последствия. Прошу возместить, я испытал такие-то переживания. Прошу возместить мне вред в размере таких-то расходов, понесенных на получение медицинской помощи, если она оказывалась за плату, и прошу компенсировать моральный вред в связи с тем, что помощь была оказана некачественно. Вот в таком-то размере. Все, пациенту больше ничего не нужно. Дальше все. Только работа суда и ваши уважаемые коллеги как медицинской организации. Потому что Верховный суд нам еще раз показывает, мы должны не только доказать, что не виноваты, если медицинская организация все делала правильно и не причинила вреда, и помощь была оказана качественно, ну или с незначительными нарушениями требований о качестве. Все это должны вы представить и доказать сформировать, как я уже говорила, вопросы для экспертизы, предоставить документацию, в которой которая сможет показать, что вы правы, что вы лечили пациента верно. Вот как в случае да, с травмой. Тут сам травматолог ссылается на то, чтобы я по своей должностной инструкции все сделал правильно. И также во всех остальных, уважаемые коллеги, случаях вы должны подобрать документы, наглядно свидетельствующие, что вы все делали правильно. Или уж если делали неправильно, то вы должны показать, почему так произошло. Может быть, были какие-то действительно объективные причины на то. И главное, что теперь вот Верховный суд нам указывает, что необходимо также доказать ä, правомерно, почему вы так лечили пациента. А пациента вы так можете лечить. Статья 37, уважаемые коллеги, да? в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, положением по видам оказания медицинской помощи, стандартами оказания медицинской помощи. Вот таким образом, уважаемые коллеги, строится процедура вот, судебная, процедура возмещения вреда. Чем отличается значит, в этом смысле, когда применяется, вернее, закон о защите прав потребителей, когда он не применяется? До недавнего времени, буквально до 2022 года, года а в этом смысле была большая путаница ну, не, не было как выработанного правила какого-то определенного но также в общем точки над и расставил верховный суд уже не в пленуме а в, а в определениях верховного суда по конкретным делам где он собственно расписал что зачем следует я скажу вам резюмирую эти определения суда так вот, что нам говорит Верховный суд по поводу того, в каких случаях применяется к оказанию медицинской помощи закон о защите прав потребителей? В том случае, если пациенту была оказана медицинская помощь за плату, то есть она у нас вся за плату, вопрос, кто платит, да? если пациент получает медицинскую помощь по программе ОМС, по программам Госгарантии, то здесь закон о защите прав потребителей не применяется. Если же он оплачивает не по МС, а получает медицинскую помощь за собственные средства, либо платит за него какая-то организация, то есть получает медицинскую помощь за непосредственную плату. И неважно, в государственной медицинской организации он ее получает, у нас же есть платные услуги в государственных медицинских организациях, или это частная медицинская организация. Вот здесь уже будет закон о защите прав потребителей применим. Чем он не хорош по сравнению... Здесь такая же история. Та же презумпция вины причинителя вреда. То есть вот эта концепция сохраняется вне зависимости от того, есть закон о защите прав потребителей или нет, потому что это условия Гражданского кодекса. Но чем не хорош... Закон о защите прав потребителей э, для всех, кто оказывает услуги, в том числе для медицинских организаций. Законом предусмотрены повышенные права потребителя, в нашем случае пациента на возмещение вреда. Здесь предусмотрен штраф в размере 50%. Допустим, суд пришел к выводу, что медицинская помощь была оказана некачественно, нашли причинную связь между некачественным оказанием медицинской помощи и неблагоприятными последствиями для пациента. Суд постановил возместить значит, вред в размере оплаченной пациентом медицинской помощи и компенсировать моральный вред ну, в каком-то там размере. Допустим, все это вылилось по решению суда 100 тысяч рублей. Так вот потребительский штраф, который помимо этого назначит суд, будет составлять 50 от этой суммы. То есть это будет 150 тысяч рублей уже, да, минус медицинская организация. Кроме того, по закону о защите прав потребителей предусмотрен более короткий срок рассмотрения претензий. Если общий срок рассмотрения жалоб, претензий у нас в стране 30 дней, то по закону о защите прав потребителей этих дней 10. И если в течение 10 дней требования потребителей не были удовлетворены, и все это перешло в суд, то это будет также поставлено, в общем-то, в вину медицинской организации, дополнительно к тому, что будет установлено еще судом. Вот так, уважаемые коллеги, надеюсь, я выполнила все свои обещания, которые давала час назад. Если у вас есть ко мне вопросы, я вот я вижу что на планшете мне пришли вопросы, есть. Я постараюсь ответить на них. Если у вас будут пожелания к тому, что бы вы хотели услышать в других наших лекциях, с учетом того, что я сказала сегодня, также я прошу направить ваши предложения. Мы постараемся увязать с теми четырьмя лекциями, которые будут еще в ближайшее время для вас прочитаны. Перейдем к вопросам. Как действовать в случае, если действующие стандарты не соответствуют действующим рекомендациям? Пример. Использование иофилина при бронхиальной астме в рекомендациях иофилин не рекомендуется, а в стандартах он допускается. Уважаемые коллеги, здесь, во-первых, мы исходим из того, что клинические рекомендации по статусу документ более значимые, чем стандарты оказания медицинской помощи, поскольку значит, указано в статье 37, что стандарты применяются, исходя из клинических рекомендаций. То есть, вот, к сожалению, вот этот Стандарт не пересмотрен, а должен быть пересмотрен. Вы действуете по клиническим рекомендациям и ссылаете, фиксируете вот этот момент, да, когда особенно есть разница. Вот возвращаемся к тому, что нам сказал Верховный суд в постановлении. Да, обос... Нужно обосновывать принятые решения, почему вы выбрали тот или иной путь лечения. Ссылайтесь на клинические рекомендации и на то, что они более поздние по сроку принятия. Если нет препаратов в клинических рекомендациях, стандартах, но есть показания в инструкции, как применить препарат с обоснованием. Как я уже сказала, если вы полагаете, что он может быть здесь применен, не про уфлейбл ведь идет речь, да? просто про препарат, который не указан в клинреках, то нужно проводить заседание врачебной комиссии и принимать решение по пациенту и по применению этого препарата именно вот таким образом. Извечный вопрос. Является ли астезиолог реаниматолог лечащим врачом пациента в отделении реанимации? Да, вот, вот когда он работает непосредственно, он в этой части лечащий врач. Хотя разные точки зрения на, 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 как бы на эту ситуацию. Но я и мой научный руководитель придерживаются концепции того, что, соответственно, вот, когда он исполняет непосредственно в операционной эти функции, за пределами операционной, когда там пациент еще в зоне его обязанностей и контроля, то он будет в своей части, да. Лилия Альберт, ну в протоколе осмотра пациента обязательно расписывать все назначаемое обследование и может ли врач отказать в, при, в приклип прикреплении к нему пациента с другого участка при наличии терапевта на этом участке. Значит, от пациента отказаться можно. Закон нам э, дает такую возможность. В этом смысле врачу нельзя сказать, что он прям раб лампы. Да? Вот, отказаться можно. Да, там тоже нужно указать причины и, в общем-то, требования, пожелания врача об а отказе пациента в прикреплении можно обосновать. А, 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 описывается лучше все. Да. Во вообще, чем больше... Здесь, знаете как, здесь надо разграничивать. Вообще, чем больше вы опишете своих действий, если, опять-таки, электронное ведение карты это позволяет, я надеюсь, что это позволяет, тем будет лучше для вас. Только не пишите то, чего вы не делали. Это, я скажу как пациент, это очень раздражает. Когда я в своей электронной карте вижу проведенную мне диагностику, которой не было, я как минимум раздражаюсь. это в том случае, если это не несет никаких последствий. Просто неприятно, потому что это откровенная ложь. В документации, документация официальная, в ней не должно такого содержаться. То есть приписками заниматься не надо. А вот то, что вы делаете, назначаете, рекомендуете, да. Чем больше напишите, тем лучше. Это ваша вообще ваша страховка на будущее от притязаний. Существует ли единый сайт стандартов оказания медицинской помощи по аналогии с, руб... с рубрикатором клинорекомендаций? По стандартам, по-моему, сайта такого нет, но, знаете, вот в базовых, в ключевых справочно-правовых системах, которые сейчас в интернете, по-моему, большая часть из них в свободном доступе, это гарант, консультант, ну, по крайней мере, вот эти две большие базы, стандарты в них выложены, они там есть, я сама ими оттуда пользуюсь признаюсь вам честно, не могу сказать, выложены ли они все на сайте Минздрава. Но это прямо нужно будет проверить. К сожалению, не могу сказать утвердительно вам. Как поступить в случае, если доктор не согласен с определенными пунктами должностных инструкций? Например, в должностных инструкциях врача-кардиолога поликлиники написано «должен уметь проводить». И среди манипуляций указана катетеризация полости сердца и центральной вены временная электростимуляции, пункция брюшной плевральной пласти, перикарда и т.п. Такие манипуляции вообще не проводят в амбулаторных условиях, а уж тем более кардиологам. Надо разговаривать с вашей администрацией. Если это вы работаете... В амбулатор, амбулаторно, да, это как вы пишете не предусмотрено, то, то это, в общем, конечно, не должно содержаться в инструкции, это нужно изымать и обновлять инструкцию. Есть, опять-таки, к требованиям, да, к кардиологу, который работает в, в поликлинике, который работает в стационаре, к хирургам и прочим. Но здесь вы, уважаемые коллеги, как, как работник, мы конечно как работники в организации работодателя, мы находимся в более таком зависимом положении. но пытайтесь разговаривать, обосновывайте, что этого нет, и что вы не можете этого делать. Вот, это будет правильно. А как же презумпция невиновности? А вы говорите презумпция вины врача. Да, у нас презумпция из правила презумпции невиновности есть изъятие. В том числе, вот частным случаем вот этого изъятия является причинение вреда, не только врача. Я уже сказала в ходе э, своего монолога о том, что это касается э, всех видов причинения вреда. То есть у нас, например, когда автомобилист наезжает на пешехода, он априори виноват, вот до того, до тех пор, пока он не докажет, что пешеход бежал на красный свет, я ему сигналил, он не остановился. Машину тоже просто так не остановишь, особенно, например, на такой дороге, как сегодня. Или случаи, когда оказываются другого вида услуги. Здесь для всех вот для для всех ситуаций причинения вреда характерно то, что изначально, пока не будет доказано иное, виноват причинитель вреда. Здесь презумпция невиновности не работает, об этом нам прямо говорит Гражданский кодекс. Это изъятие из общего правила. Очень много говорят про обязанности врачей. Что касается пациентов, у них есть обязанности, например, уважительно относиться к врачу. Очень много сейчас оскорблений, угроз, как доктору себя защитить. Значит, как доктору себя защитить? Мы в Нацмет палате вот буквально недавно выпустили в свет методические рекомендации по оскорблениям. Заходите на наш сайт нацмет Просто в поисковике можете набрать палаты, и выйдет сайт Национальной медицинской палаты. Логотип вы наш видите. Значит, сайт достаточно объемный, Смотреть лучше не с телефона, а с компьютера, либо планшета. И в верхнем простите, что так, вот <laughs> логистику вам указываю, да, в правом верхнем углу будет ссылки на две, на две методички. Одна методичка касается э, действий медицинского работника в том случае, когда ему препятствуют в оказании медицинской помощи, например, хватает за руки пациента либо родственники пациента, не, дадут, не дают пройти, не дают оказать помощь медицинскому пациенту, значит, что делать? Там прям алгоритмы из буквально четырех действий. Скачивайте, они доступны для скачивания, читайте, пользуйтесь. То же самое по оскорблениям. Там чуть побольше методическая рекомендация, но она очень увлекательная, понятная и также содержит четкий алгоритм, что делать, что является доказательствами, когда пациент вас обзывает. Хамид, грубо вам говорит, вы можете обратиться за помощью и привлечь пациента к административной ответственности. Да, и все это довольно просто. Поэтому, еще раз, уважаемые коллеги, сейчас на это отвлекаться не буду. Есть, вот специально мы делали. И специально по всем профессиональным организациям рассылали эти материалы вам в помощь, чтобы вы знали, как себя защитить и обезопасить. Прав у пациента приличное количество. Да. Здесь я поясню свое отношение. Вот это вот э, извечное, как бы у нас перетягивание каната идет. Вот у э, медицинского работника по отношению к пациенту сплошные обязанности, у пациента, значит, соответственно, на получение медицинской помощи сплошные права. А это так и есть здесь же понимаете из чего исходят государства принимая вот такие положения у нас же не успел сегодня сказать одной, один из принципов оказания медицинской помощи это презумпция прав пациента, да, приоритет вернее прошу прощения прав пациента, прав и интересов пациента, доступность качества медицинской помощи, приоритет прав и прочее. То есть у нас здесь не соревнуются медицинский работник и пациент кто что может, кто что не может. Оказание медицинской помощи по конституции человеку в нашей стране гарантируется государством. И здесь медицинский работник выступает вот в качестве лица, которое эту гарантию воплощает. Поэтому у него не может быть прав столько же или больше, чем у пациента. У него будет много обязанностей. Но здесь государство должно медицинскому работнику компенсировать такую ситуацию, такое положение вещей. Компенсировать. Оплатой, всевозможными льготами. За это вот мы тоже в Национальной медицинской палате боремся и много на, 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 по этому поводу работаем. То есть, вот таким образом, не надо конкурировать с пациентом. Пациент это человек, который болеет, который пришел в заказание медицинской помощи. Он может быть злой, плохой, ну, в общем, так же, как и врач мы все люди. И... Но он вправе: вот еще раз: здесь вспоминаем про конституцию, помним про нее всегда помощь гарантирована государством. Вы в этом случае человек, который реализует эту функцию государства. Вот таким длинным путем через медицинскую организацию в итоге функция приходит к вам, да, вот это требование. Поэтому не соревнуйтесь с пациентами. Нам всем лучше работать над тем, чтобы получить от государства наконец-то определение статуса и закрепление статуса особого медицинского работника с возможными льготами, компенсациями и гарантиями, как, например, есть у работников полиции. У них же тоже по отношению значит, к людям, которые они защищают, одни обязанности и практически нет прав. Так... Разве оперирующий хирург не является лечащим врачом? Вы... Я... Вот еще раз повторю, я же сказала, каждый в своем функционале. Да, вот здесь у анестезиолога свой блок обязанностей по отношению к пациенту. Там нельзя кого-то одного выключить. Там они нужны оба. Вот оперирующий хирург, анестезиолог, реаниматолог. Каждый в своей части является здесь лечащим врачом. Друзья мои, не все дочитают вопрос. Разве оперирующий хирург не является лечащим врачом в операционной? С анестезиологом или реаниматологом как лечащим врачом можно подробнее согласно каким приказам? Не все регламентируется приказами. Дорогие друзья, я сказала вам определение в законе лечащего врача. Из него исходим. Дальше функционал и хирурга, и, соответственно, анестезиолога, реаниматолога из, должностной, инструкции. И, соответственно, уважаемые коллеги, смотрите, кто что должен делать. Порядки оказания медицинской помощи соответствующие, положение по видам оказания медицинской помощи. Все тут читаете. Вот комплекс вот этих нормативных актов. Если претензии пациента не обоснованы, врач обязан принять, даже если прием кончился. Как быть врачу? То есть вы имеете в виду в моменте претензии, да, то есть он рвется, у вас уже прием окончен. Но постараться ему вежливо объяснить, что, что он не прав, что прием окончен. Если прям вот конфликт, тут мой совет практически, наверное, будет. Если прям ситуация конфликтная, совсем прям плохая, лучше пойти навстречу, принять такого пациента. Если ну, вы вправе проявить принципиальность, у вас рабочий день закончен, здесь надо тоже понимать, что он может пойти дальше, и жалобы это потом будет разбираться администрация, потом вместе с администрацией вашей медицинской организации будет доказывать, что он был неправ, и прочее, выяснится, что где-то вы были неправы. В общем, любой конфликт лучше потушить э, как можно быстрее. Как тогда следовать с клинрекам, если в них написано, например, биопсия почки, а фактически невозможно проведение этого исследования? Как оформить документацию? Значит, здесь будет какой мой совет? Я нередко слышу о том, что клинические рекомендации, некоторые написаны таким образом, что, например, в первичном звене они неисполнимы. А по видам медицинской помощи в клинреках разбивки нет. Нет такого требования, хотя форма требований к написанию клинических рекомендаций, вот, костяк, значит, и форма основная утверждены приказом Министерства здравоохранения. Вот такого требования, чтобы клинреки расписывались по видам оказания медицинской помощи, там почему-то нет. Хотя мне кажется, что это логично. И логично указывать да, вот, на... На каком этапе говорить неверно, потому что уровни оказания медицинской помощи фактически у нас есть, но они но, 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 но в документах это не отражено, поскольку это будет противоречить Конституции. А вот по видам оказания медицинской помощи клинические рекомендации неплохо бы формировать. И это уже как бы пожелание к тем профорганизациям, к тем непосредственным медицинским работникам, которые работают, которые пишут главным нештатным специалистам пожелание передавать. Да? Потому что действительно, если неисполнимо на, на уровне вашей медицинской организации, на том, по, по тому виду медицинской помощи, которую вы обычно оказываете, вы же выше себя не, не, прыгнете. Соответственно, если ваша медицинская организация не располагает вот, необходимыми ресурсами, ни оборудованием, ни помещениями. Совет администрации также отражать свои документации, писать учредителю, если это, например, город, то в департамент здравоохранения соответствующий, что вот в клинических рекомендациях предусмотрено, а у нас нет такой оснащенности. Здесь нужно провести должную осмотрительность. То есть проблему вот документировать, что вы с проблемой знакомы, ваша медорганизация в курсе, и вы и ваше руководство в курсе того, что сделать это нельзя, хотя вот у нас есть обязательный документ, но мы старались эту ситуацию исправить, мы везде писали и получали вот такие-то ответы. Это поможет вам, в общем, в суде доказать, что вы делали все, что могли, но просто это не в, не в ваших силах, не в силах вашей медицинской организации. Все, уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Надеюсь, что вы придете послушать и следующую нашу лекцию. Всего вам хорошего. До свидания.